Вот посылочки из Китая. Будем открывать. Распаковку делать. Мятая уже. Все, надеемся, что внутри все цело. Я как понимаю, VR-очки типа того. Все цело. Как открывается? Ладно, тут все нормально. Сейчас скотчем. Мануальчик сразу видно. Опять же все в скотче. Работает. Вроде бы все цело. Давайте посмотрим, работает или нет. Чушь, не подходит. Все работает. Свет горит. Это все значит нормально. Винты целые. Что-то белой краской пенопласт такой. На вид вроде бы нигде трещин нету. Все так. Далее вон экранчик идет. Все работает. Видно, все качественно. Зарядник. Шнур такой хлипкий, маленький. Сюда, видать, аккумулятор. Ладно. Козырек на экран. Защитный. Еще один USB кабель. Держатель экрана. Запасные винты.
отверточка, силиконовые вставочки под винты. И сам пульт. Батареи, конечно же, нету. Ну и ладно. Будем потом работать.